внутри каждого из нас живет живой, вечный и негасимый божественный свет. Это искорка божественного света, огня. Это внутренняя путеводная звезда. Это свет души и духа. И в какие бы низкие энергии мы ни опустились, достаточно просто взять курс на свет, выбрать свет в своей жизни. Именно тогда наше божественное существо, наши высшие аспекты станут словно вытягивать наверх. Вы начнете всплывать, словно поплавок, к своей истинной сути. Выскажите чистое намерение. Я выбираю свет. Я есть свет. Я выбираю свое божественное существо. Я есть божественное существо. Я выбираю душу и дух. Я есть душа и дух. Слова могут быть самые разнообразные. И вы почувствуете, как вас словно вытягивают наверх. Внутри все точно просветлится и появится небывалая легкость. Вы ощутите, что из любой жизненной ситуации есть выход. Вы осознаете, что не все, за что вы боролись, вам действительно нужно. Вы поймете, что есть более высокие жизненные ценности. Кто-то почувствует это в течение часа, кому-то потребуется целый день, а для кого-то даже несколько дней. Но главное, удерживая курс к свету, вы обязательно начнете точно всплывать вверх, так как внутри всех нас живет негасимый и вечный божественный свет. И сколько бы раз мы ни упали, не увязли в низкой энергии, не зацепились за негатив, важно снова выпрямиться и встать, выбрав свет в своей жизни. Этому сейчас и учит многих жизнь – быть стойкими и сильными, укрепляя свой внутренний духовный стержень. Чем крепче становится духовный стержень, тем легче при падении вставать и возвращаться к себе, в свой свет. С каждым разом такое возвращение будет быстрее и легче, а после и вовсе исчезнут падения вниз. Живите в свете и любви своего божественного существа. С любовью ко всем. Магда Юния.